Активная жатва идет на полях по всей Беларуси. Каравай этого года весит уже 2 миллиона 37 тысяч тонн. В лидерах уборочной Брестская область. Также собирают урожай других сельхозкультур. В итоге намолочено 80% озимого рапса. Качество работ контролируют специалисты Минсельхозпрода. Сегодня в вузах начались внутренние испытания. Они предстоят тем, кто поступает в военную, а также Академии МВД, музыки, гражданской защиты МЧС. В общей сложности 50 высших учебных заведений примут в этом году без малого 55 тысяч первокурсников. Из них около половины на бюджетную форму обучения. В Беларуси с этого дня увеличилась стоимость автомобильного топлива. Она выросла на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина составит 1,93 рубль, 95-го и дизельного – 2 рубля 3 копейки, 98-го – 2,25. В Беларуси запрещено продавать энергетические напитки лицам младше 18 лет. В законную силу вступило решение Совета министров. За их реализацию несовершеннолетним предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц от 5 до 10, для юридических – до 30 тысяч. Белорусский боксер Александр Родионов выбыл из борьбы на Олимпийских играх. В 1/16 финала соревнований он уступил Пэту Маккормаку из Великобритании. Соперник бобручанина имел преимущество во всех раундах и продолжит борьбу за награды.